На календаре 31 марта. 31 марта 1918 года в Самаре было принято решение о формировании коалиционного горосполкома и увеличении его состава до 60 человек, не считая представителей Красной Армии и отряда коммунаров. К работе должны были приступить 40 большевиков, 8 левых эсеров, 8 максималистов и 4 социал-демократа-интернационалиста. 31 марта 1966 года, благодаря успехам куйбышевских ракетостроителей, в космос был выведен первый искусственный спутник Луны. В тот день с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Молния-М», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». На селеноцентрической орбите она проработала 2 месяца. Состоялось 219 сеансов радиосвязи с Землей. Ежегодно 31 марта во всем мире отмечают Международный день резервного копирования, он же день бэкапа. 31 марта в разные годы были рождены советский и российский хоккеист, чемпион мира Павел Буре, актриса театра и кино Алена Бабенко, российская эстрадная певица, автор песен Натали и другие известные личности. По народному календарю сегодня Кирилл дери полос. В народе об этом дне говорили так: на Кириллов марток продерет холодок, или на Кирилла и спереди, и сзади зима. Люди опасались еще весенних заморозков. Впрочем, если в этот день засветала мать и мачеха, это свидетельствовало о теплом начале апреля и скором приближении лета. Таким был в истории последний день марта. Замечательного вам весеннего настроения!